среда в рабочем ключе. В рамках традиционного выездного совещания Алексей Валов проверил ход строительства детского сада в Первом Советском переулке и межрайонные очистные сооружения. Теплый и комфортный. Строительство детского сада в Первом Советском переулке уже завершено. В данный момент подрядчик устраняет замечания надзорных органов. Следующий садик надо строить в другом формате. Не в таком, будем говорить, промежутке времени, когда многие вопросы догоняются уже, допустим, только уже садик сдан. То есть надо все вести параллельно. Поэтому, вот, сделав выводы из строительства последних трех садиков, конечно, изменим подходы к регулировке этих процессов. Объект рассчитан на 170 мест. Работы велись в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Детский садик сделан хорошо. В принципе, проект сделан тоже неплохо. Есть отдельные недостатки, которые, конечно, будут регулироваться и устраняться в ходе эксплуатации. Но они не повлияют, конечно же, на то, чтобы детям было комфортно. Пристально следят в администрации за работой межрайонных очистных сооружений. Во время новогодних праздников Алексей Валов уже посещал объект. В ходе визита тогда был дан ряд замечаний. И вот повторная проверка. Часть нареканий устранили, однако были выявлены незначительные нарушения при эксплуатации оборудования для дезодорации. Поставлено оборудование, оборудование запущено, но оно не работает в той мере, в которой должно работать. Потому что оно строилось быстро и, скорее всего, к зимней эксплуатации не приспособлено. Будем дальше работать для того, чтобы устранить недостатки. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».